И всем здоровым боксом, у нас с вами Альчиток, и сегодня мы продолжаем играть в карту «Найди кнопку», да, это самая старая карта. И я ее начал продолжать играть, потому что она вам сильно понравилась. Ну ладно, не буду вас задерживать, и давайте начинать. Итак, мы остановились над этим большим уровнем, где много кнопок. И тут у нас манекены, да, тут визор, скелет или кто-то, как его можно назвать, убегает от этого Стива. Ну ладно, давай сейчас искать кнопки, потому что эта кнопка будет где-нибудь тут, потому что... Так... Вот такая постройка от всей этой карты. Так, будем сейчас пробовать нажать на кнопку. Вот так прыгаем. Так, не упал. Вот так. Получается что-то нажимать. Так, это тоже не та кнопка. Так. Сейчас надо нажать эту кнопку. Так, что-то не получается. Five minutes later. Так, я все тут понажимал, ну, вот где-то постройки, и там ничего нет было. Я это сделал вне записи, чтобы сэкономить мое и ваше время. Так, и теперь надо пытаться по одному нажимать. Ладно, я, наверное, тоже выключу запись, а потом продолжу. 2000 years later. Ой, наконец-то я нашел эту кнопку, я искал где-то 15 минут, более-менее. Тут было очень много кнопок, ну, ладно, давайте продолжать. Тут, видимо, этот череп, визор, игрок пошел. Кстати, я заметил, что у них меняется броня. Реально, не можете промотать, там у визора игрока была алмазная. Ну и так, давайте тут смотреть, тут у нас ад, давайте пойдем в ад. Я думал, что нельзя. Давайте вдруг там нам оставил что-нибудь разработчик. Так, телепортируемся. Итак, мы в аду. Ага. И нет, тут ничего нету. Ладно, смотрите, нет, тут есть. Так, понятно, тут, видимо, надо идти туда, где манекены. Так, идем дальше, так. Так, вижу тут крепость. И тут, ага, у нас какая-то табличка, я все это в переводе сделаю. Итак, по-моему, тут никакой кнопки нету. И мы только зря шли за визором. Ну ладно, это неудачно было. Но тут нету кнопки, как я вижу. Ладно, значит, давайте пойдем в другой мир. Ну, то есть, в наш мир. Ну, так. Еще раз лучше посмотреть. Видимо, нету. Ладно. Значит, придется обратно телепортироваться. Итак, вот я опять в своем мире. И давайте сначала... нет, это плита была, это что-то кнопка. Ладно, все тут надо посмотреть. До мельчайших подробностей. Так. Нет, тут кнопки нету у этого портала. Так, тут есть что-нибудь? Тут тоже нету. Так. По-моему, все-таки мне придется в ад отправляться. И там все разыскивать. Но я не вижу кнопки. Так, может, на дерево. Так, тут нету. Ладно, поищем сейчас. Еще вот, ладно, я сейчас все тут поищу и приключусь к вам. О, смотрите, тут кнопка была, я даже не заметил. И как всегда была она у меня под носом. Ладно, давайте нажимать. И так. Видимо, мне надо возвращаться в портал. Так, давайте будем сейчас возвращаться, потому что у меня... Тут меня не тпхнуло, ладно. Так вот, наконец-то я нашел мой уровень. И давайте сейчас смотреть. Ага.
Тут у нас река и тут у нас дырки и много кнопок. Ладно, давай сначала зайдем там, где все-таки командный блок, потому что это, да, разумно. 14 левел и так, какой-то необычный левел. Так, тут я уже вижу, тут лестница, значит, тут есть паркур. Ладно, только куда прыгать себе, пока что я не знаю. Давайте сначала все тут посмотрим. Так. По-моему, сейчас надо вот сюда запрыгать. Давайте попробуем. Нет, не получилось. Ага, тут у нас еще слаймы есть. Ладно. Так. А, тут можно как-нибудь запрыгать. Так, давайте сейчас попробуем. Так. Вот еще у нас дерево. И но тут у нас нету кнопки, что жаль. Итак, тогда как нам залезть? Ага, тут у нас есть слайм. Давай сейчас попробуем запрыгнуть и... О, нет! Ладно, зато мы знаем, что это возможно. Это тоже чем-то плюс. Так, а, я думаю, что так залезть нельзя. Ладно. Так. Наконец-то у нас рабочий слайм, а то как в прошлом уровне у нас просто не получилось запрыгать. Так, прыгаем. Не получилось, ладно, еще раз. Так, вот мы наверху, давайте прыгать на слайм. Так, прыгаем. Прыжок. Так, все, мы тут. Ой, что меня ударило? А что меня ударило? Ладно, так, сейчас надо как-нибудь забраться на лестницу, по-моему, это будет очень сложно, но нет, я забрался, сейчас будет опасно. Максимально, так. Так, не... Так, нам либо сюда, либо сюда. Думаю, нам все-таки сюда, потому что тут есть какое-то отверстие. Да, нам сюда. Просто я боялся не запрыгнуть. Ладно, так, 15-й левел, тут у нас дощечка. Так. А я где это? Ага, тут у нас паркур. Ну, давайте сначала прошлый уровень посмотрим. Так. Что у нас еще тут табличка есть? Ага. Ну ладно, это я все вам перевер, чтобы вам было легче. А я тоже буду понимать при монтаже этого ролика. Ну, тут у нас полянка, где очень много травы. Что не как странно. Ладно, я вообще не люблю место, где много травы. Потому что это меня бесит. А, смотрите, тут у нас две кнопки. Так, тут у нас паркур. А что у Стива? Так, может, надо было выбрать сторону. Ага. А что тут надо делать? Б. А, так, может, нет, не сюда. Ладно, дойдем к визору. Посмотрим, пройдем по бурому паркур. И надеюсь, там будет кнопка. Тогда, наоборот, зачем тогда нужен Стив? Кнопка у Стива. Так. Да ё-моё. Чё такое-то? Так, ладно. О, все. Так, лучше наши все, то... Пусть будет неприкольно. Оп. Так, нормально, нормально. Второй прыжок. Ладно. И вот я снова тут. Это прошло немного попыток. Так, нормально. И последний прыжок. Самый изичный, по-моему. Так, надеюсь, там на стенке нету никаких кнопок. И так. А, и тут у нас кнопка и... Да, я прошел этот левел. Ой, это я... Ой. Что это? Что? Ой, я... Ого! А я где? Так. По-моему... Так, надо сейчас повернуться. Так. Это на... Да. Что там? Ладно, всем пока, я буду ждать 166 минут. Ладно, шучу я. Так, а я где? А. Так, что-то я нашел. Давайте идти. А. А, я тут должен найти кнопку.
А там у меня какой медлительность, какой левел, что я даже идти не могу. Или могу. А не могу. Так, я что-то нажал. Так. Что-то, по-моему, это самый сложный уровень будет. Так. Я передвигаюсь только по... Так, так можно даже. Так, тут табличка. Ой, тут реп 2001 и 2006. Так, я чьи-то могили. Так, это еще что? Так, это я куда пошел? Ладно, идем вперед. Так. Так, так я что-то вообще ничего не понимаю, если честно. Так, а я где? Так, это самый, по-моему, сложный уровень. По-моему. Так. Так, я же тут буду много играть, я тут ничего не смогу развидеть. Это автор вообще думал, когда делал. Так. Ну тут я кнопки не вижу нигде, что очень печально. Ладно, придется, видимо, к сожалению, читерить, потому что я просто не могу ничего разглядеть, ничего не понимаю. Даже я не знаю, я иду куда. Вперед или назад, или сейчас что-нибудь все-таки попытаюсь сделать. Так. Ну нет, все тщетно. Так, да, вы можете меня гнобить в комментариях, но просто смотрите, где была кнопка. Вот тут, а как я мог с моей слепотой или медлительностью найти эту кнопку, я просто не понимаю. Я даже не знал, мне шагать или нет, но в любом случае мы прошли, это 17-й левел. И да, я убрал дождь, потому что, по-моему, он мешался. Так, у нас тут удочка. Так. Сейчас нам нужно, видимо, запаркурить. Так, вот так вот. Так. Нет, что-то не то сделал, вот так вот. О, что-то не напоминает левел, который мы прошли в прошлый раз. Так. Ага, и Стив разобрался с визором, как видно, потому что тут его голова. Ладно, ага, тут у нас еще. Да, ага, тут у нас, видимо, вещи визора игрока. Ладно, но вопрос, зачем нам удочка, я не понимаю. Можно, нет, а хотя, возможно, нам надо было на листву, так, хотя тут я ничего не вижу. Ладно, давайте искать эту кнопку, так, ну, внизу, наверное, нету, хотя, судя, как я потерял кнопки, которые у меня были под носом, я уже не доверяю даже самому себе. Когда думаю, что кнопки тут нету. Ладно, давай сейчас по-бурому я здесь найду ее. Хотя нет, внизу ее нет. Наверное, она в листве, как все остальные кнопки. Когда видишь дерево. Я всегда думаю, что так. Ага, я упал. Листва — это значит место, где есть кнопка. Так. Что-то я не могу забраться. Ладно, давай сейчас по-бурому все так сделаем. Так. Ну, кнопки пока что не вижу. Так, наверное, вот сюда чуть не упал. Так, ага, и тут я увидел. О. Ладно, пока тут у нас житель на решетке был. И тут у нас чел идет. Молится, что ли, в портал. Так, надеюсь, нам не надо в портал. Потому что мне просто не хочется, но если есть портал, особенно активированный, значит нам надо туда. Максимально неприятно будет, если нам заставят сражаться с Эндер-драконом. Так, особенно если я не взял броню, тогда это вообще пипец будет. Ну ладно, видимо придется нам идти сюда. Так, точно нету? Так, по-моему, больше нет, ладно. Идем в энд. Итак. А, как я
Ага, смотрите, тут у нас... Что я как мне обратно. Так, видимо, мне придется тут сделать креатив. О, мне магия монтажа помогла мне разобрать стенку. Ну ладно, спасибо тебе, магия монтажа. И поднимаемся наверх. И тут у нас... Так. Ну, дракона это я не вижу, и эндерменов. Что тоже странно, хотя, по-моему, на меня сложность на мирную стоит. Это если что, не я переключал, а уже в мир было. Так, идем. Тут, где, наверное, обсидиан. Так, идем, 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 идем. Так. Идем, где у нас что, до конца острова, что ли, надо. Ладно. Будем идти. Так вот. Ладно. Так. По-моему, я слишком много прошел. И будет опитность. Там не будет кнопка. И так, идем. Ага, надо сейчас вниз идти. Так, куда дальше? Так. По-моему, меня разыграли на одну кнопку, что обидно. Ладно. Ой. Ладно. Итак, ребят, поискав в этом острове и упав, я заметил эту кнопку, да? Давайте нажимать. И видимо, мне опять надо искать 19-й левел. И на этом я буду заканчивать мой видеоролик, да, надеюсь, он вам понравился, так же, как мне. Уровни стали намного сложнее, что я и рад, потому что... Ну, где-то надо, конечно, читерить, потому что тогда бы я этот уровень проходил бы как минимум 30 минут, а мне бы этого было бы не в кайф делать, как и вам. Ладно, надеюсь, он вам понравился, и ставьте лайки, и подписывайтесь на канал, но с вами был я, Арчдокс, и у меня еще идет снег, и что у вас, пишите в комментариях, всем удачи и всем пока.